Привет, друзья! Сегодня разбираем песню группы «Рождество. Исповедь». Песня «Победитель голосования» на моем сайте. Сыграем вступление, пару куплетов, соло. И я подробно расскажу, что, как играть. Приступим! Скажите, в чем я провинился, когда на белый свет родился, какой-то не такой, как все. Жизнь бьет ключом, и все по голове. Ни дня по правилам не жил, сам погибал, других лечил. Вчерашний день не вспоминал и крест груди свой не снимал. Кричу, люблю, что сердцем вижу. Кричу, хочу еще успеть. Кричу от боли, что давно не слышу. Всех тех, кому вчера мог спеть. Мне черный ворон знак дает, он правду сразу не клюет. Мы оба знаем, что на небе придется быть за все в ответе. А много надо, чтоб услышать души моей стон с хрипотцой. И я прошу того, кто свыше, пусть он услышит голос мой. Как всегда, для начала разберем аккорды. Первый аккорд ми минор, четвертая, пятая струна на втором ладу, играются все струны. Понятно. Следующий ми мажор. Добавляем третью струну на первом ладочке. Следующий ля минор. Первая открытая, вторая на первом, третья, четвертая на втором ладу. Есть следующий си минор, баре второй лад, вторая струна на третьем, третья и четвертая струна на четвертом ладу. Дальше си мажор септаккорд, первая, третья и пятая на втором, четвертая на первом ладу. Дальше соль мажор, первая, шестая на третьем ладу и пятая на втором. Дальше ре мажор, первая и третья струна на втором ладочке и вторая на третьем. Дальше до мажор, первая открытая, вторая на первом, третья открытая, четвертая на втором, пятая и шестая на третьем ладу. Есть, дальше разберем бой. Для начала вот такой перебор, щипком мы играем. На аккорде, давайте на примере ми минор, играем одновременно шестую и три нижних струны, щипаем пальцами. Играем четыре струны одновременно. Дальше третья струна, через нее мы будем играть щипок. Вот первый аккорд мы, вернее, первые нотки мы взяли 4. Потом третья, потом две, третья, две, третья, две, третья.
Понятно с этим. И давайте бой покажу. Играем так. Два удара сверху вниз. Потом вверх-вниз. Раз, два, три. Вот на три играем вниз. Раз, два. Вот сыграли на три вниз. И сразу снова вверх-вниз. Вот так. Снова вниз. И вниз, и вверх. Вот такой несложный бой. Давайте разберем, что я играл во вступлении. Играем по аккорду си минор. Четвертая струна девятый лад, третья седьмой, вторая восьмой. Дальше. Вторая седьмой, третья седьмой. И выходим на третью струну на девятый лад. Дальше. Играет вторая струна 7, 8, 12. Дальше. Вторая струна снова играет 10, 8, 7. Два раза первая струна на десятом. Давайте сначала. Дальше. Играем хаммер пул, седьмой, восьмой лад, третья струна, девятый, два раза первая струна на восьмом. Дальше. Играет первая струна, 10, 8, 7, вторая, 7, третья, 7. И четвертая 9. Давайте сначала сыграем. Вот так. Дальше. Идет такой ход. Играем третью струну, четвертый лад. Играем пул на второй. Дальше пул со второго на открытую третью. Получается три нотки, но мы их играем одной левой рукой. Дальше. Четвертая струна, второй лад. Пул играем на открытую. И выходим на вторую, на пятую струну, на второй лад. Дальше. Играем снова пятую струну на втором. Пул на пятую открытую. Шестая на третьем. И шестая открытая. Вот так. После этого играем на двенадцатом, над двенадцатым ладочком три струны. Первая, вторая, третья. Вот так. Прикасаемся. Флажолетик играем. Прикасаемся на 12 ладу. Над железячкой. У нас получается такой звук. Дальше. Идет такой ход. Третья струна 7, 9. Дальше. Вторая струна 8, 10, 12. Первая 10, 12, 15. Есть. Дальше. Играем на 17 ладу первую и вторую струну.
потом два раза на 15-м, две струны, играем по две струны. Потом на 12-м ладу две, на 10-м и на первой струне 7-й лад, и вторая струна 8-й. Потом играем хаммер-пул на второй струне 8-й-10-й лад. При этом мы играем, держим первую струну на 7-м. Вот так. Дальше. Первая, вторая струна, 5-й, 3-й лад. Снова 5-й. Еще раз. Дальше. Играем. Первая струна 7-8-7-5. Вторая 8-7-5. Третья струна 7-5. Играет четвертая струна 7-й лад. Третья 5-й. И подъезжаем из 7-го на 9-й лад, четвертая струна. Дальше. Играем 4-й, 9-й лад, потом 3-я, 2-я на 7-м, сначала 3-я, потом 2-я, потом 2-я играет хаммер-пул 7-8, снова 3-я на 7-м. Дальше. 4-я на 9-м, 2-я на 7-м, 3-я на 7-м и последняя нотка во вступлении. 3-я струна играет на 9-й лад. Вот такое вступление. Смотрим дальше. Я играл соло на электрогитаре. Такие нотки. Первая струна 15-й лад, 14-й лад, вторая струна 15-й и вторая 12-й. Дальше. Первая струна 12-10, вторая 8-10. Дальше. Первая струна 10, 8, 7, вторая 7, вторая 10, третья 8 и 9. Вот так. Еще давайте разберемся во вступлении. Мы играли боем. И после вступления, что мы играли соло, идет вот такая, вот такое место. Мы его играем так. Играем шестую открытую. У нас играется аккорд ми минор. Берем его так. Вторая струна на 8-м, 3-я и 4-я на 9-м ладу. Играем одновременно шестую, вторую, третью и четвертую. Потом щипаем вторая, третья через четвертую. Вот два раза сыграли. Потом мизинец представляем на вторую струну на 10-й лад. Правой рукой играем то же самое. Вторая, третья через четвертую. Еще раз. И снова на ми минор. И выходим на куплет. Понятно. Вот все сложности в песне. Пробуйте, у вас обязательно все получится. Всем желаю успехов. Спасибо. Пока.